Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героев. Так, насколько я помню, у нас должен закончиться сезон. Давай, обновляй игру. Да, друзья мои? Ну что же, сезон 69 у нас закончился. Мы забираем с тобой пиньяту, само собой. Давай, разбиваем ее. И 7 паков. 7 заслуженных, честных паков. Давай открывать и смотреть, что нам выпадет. Скрестим пальчики для того, чтобы выпала нам хоть одна легендарочка. Желательно бы нужная. Ну, все, короче, ребят, ты посмотри. Какая тут нафиг, ребята, легендарочка уже. Ты посмотри, сколько еще и редких тысячу дал нам. Ой, все. Вот это вот легендарная карта? Ну ладно, ребята, ну что, пускай, да, она мне не нравится, эта капуста, но это же легендарная карта, фиг с ним, ребята, получили и получили. Могли бы вообще не дать, ты же видел, сколько мне дали, там надавали карт, я немножко даже в шоке был. Так, ну что, у нас 30 ранг, 70 сезон, друзья мои. И давай погнали по ежедневкам, как обычно. Так, выиграйте игру мега выросшим растением героем. Так, 20 единиц урона травяным кулаком и ржавым разрядом. Так, травяной кулак. А он случайно не мега выросший у нас? Он мега выросший, друзья мои. То есть мы с тобой два задания, что ли, сразу сделаем? Не, мне бы хотелось как бы... давай вот тут вот перемотаем. О! О! Соточка, ребята. Так, ну что, давай выбираем травяного кулака. Поехали. Травяной кулачок, травянистый ты наш. Так, нам дают с тобой заразительную сальцу. Ну, правда, 11 ранга, но это, ребят, ровным счетом ничего не значит. Как-то так. Как-то так, ребят. Хотя гриб можно было бы заменить. Ну, давай, сальцы. Не задерживай добрых и честных людей. Вкусная капучино. Я, наверное, думаю, ребят, пока ничего не надо ставить. Ну, я имею в виду, это еще нам пригодится. Пока есть карты, какими можно играть, так что... У него, наверное, молния будет здесь, друзья, скорее всего. Давай проверим. У него есть молния, у него есть... Ну, урон он может нанести. Да. Но он потратил способность, фиг с ним. Может быть, нам этот гриб и пригодится. Может быть. Кого он тут поставит? Он, наверное, будет... О! О как! А давай сюда поставим, фиг с ним. Слушай, этот повар дает прокачку? Да, этот повар дает, ребят, прокачку. А почему он сюда не стал делать? Может быть, что-то мне не нравится расклад вот этого, ребята, дела. Есть орех. Давай так сделаем. Придется тратиться, друзья, офига делать. Как ты думаешь, он в блок бомбанет? Вот этот вот. Без блоков.
Ну что, съедаем энергию тогда всю. Он же рассчитывает на карамельку, да, наверное? На хренельку он рассчитывает. Даже так. Ну, погнали. Надеюсь, мне выпадет 2 единицы в лицо. Немножко не то выпало, конечно. У меня карты-то уже некуда ложить. Бомбу применять, что ли? Ну, наверное, придется, друзья. Табло сейчас даст. Ну, я, походу, здесь проиграл, друзья. А, подожди, еще хильнуться можем успеть, друзья. Еще можем успеть хильнуться. Кто у него тут может быть? Вопрос. Давай так сделаем. О, если он сейчас сюда поставит, это будет край. Если здесь такой же, то это тоже будет, ребят, хреновенько. Ага. Так, 3, 3. Давай в броню. Отлично. Ну, погнали. Сделаем так. Так, этих сносим потом, да? И ставим, наверное, вот этого стража. Ну, тут, видишь, тут. Давай поставим так. Ну, так вот только есть. Слушай, а у него нету или в лицо мне валуном там не закатит никаким? Вот так вот, друзья мои, поняли? Там бы ничего не помогло бы. Вообще ничего не помогло бы. Хоть ты тут что делал? 3 единицы урона, ребята, хила не было, к сожалению. Так что приберег он вот этот рой. А я приберег бомбочку. Она мне, конечно, выручила. Друзья, она меня выручила, эта бомбочка, но я очень много времени потратил на то, чтобы что-то, хотя бы хоть что-то выставить, чтобы, ну, посопротивляться ему, так скажем. Ну, давай сделаем так. Давай сделаем так. Ребят, кровожадность, что ли, он там? Кровожадность бережет?
ожидает, выжидает. Вот только что. У него сработает блок, да? У него сработает блок, если он там что-нибудь применит. Держал, держал, друзья мои. Ага. Он потратил кровожадность, друзья. Я могу, конечно... Нет, не могу. Давай я сделаю так. И, наверное, вот так. Это посмотрим уже. Что почем. Кровожадность потратил, да? Кровожадности у него нету. Но у него могут быть бочки. Бочки с кровожадностью. Ага, рикошет. Ну, вот этого будет рикошетить, я так понимаю, да? Он хочет на этих дурачках, что ли, отыграться, я не пойму. Смотри, что она выпала, ребят. Он сейчас захочет пропустить ход, так ведь? Я же не дам тебе шанса. Подожди, что мы сделать можем? Ну давай я сделаю так, черт с ним. Пускай выкидывает кого-нибудь там, я не знаю, кого он там выкинет. Наверное... Этого парня выкинет, скорее всего. Ну да. Что, двух бесят, не? Смотри, что творит. Что, сразу десятка в лицо? Нет, не десятка. Семь. И даже не знаю, что пока сделать. Давай сделаем так. Так. Интересно. Сюда все-таки, да, решил? Ну, допустим. У него, ребят, три энергии. Заклинашку он может применить. Он делает заморозку. Мой этот парень прокачивается. Этот-то все равно сделает 4 урона, как ни крути. Thank you.
Я могу сейчас превратить в единичку, ребят. Могу превратить. Что, пожалуй, я, наверное, и сделаю. Как вот выкарабкиваться здесь будет? Хорошо, здесь заморозил. Здесь ландшафт. Ландшафт, в принципе, может поставить, ребят, пробивной. Угу, я так и думал. Все. Я думаю, доигрался, ребята, он. Ну, ставим, что? Ставим. Угу. Опять же, тут может быть, ребята, рикошет. Даже вот так вот, да? Вот он как делает. Ну все, приплыл парень. Я не понимаю, зачем он вот это вот, зачем он выставил. Неужели он считал, что у меня нету карты, которую бы я мог бы поставить сюда и... А, ну он, наверное, думал, что я не знаю какая. Даже если бы у меня, если бы я даже знал, что у него там рикошет, ребят, все равно бы я поставил бы так, как поставил. Так, ну что, нанесите ржавым разрядом, ребят. Пойдемте за ржавенького теперь поиграем. Спортивная колода, насколько я помню. Пробная. Этой колоде пробная уже 1000 лет в обед, ребят. Блин. Гриб, подосиновик, блин, вылез. Ах. Ну давай. Чем будем? Через ландшафт? Вначале ландшафт, да, ставить? Или как? Наверное, пока пропустим. Ладно. Будет он атаковать ягодным миксом? Фруктовый микс же должен быть, по идее. Нет, не фруктовый микс, у него банановый. Так, этого тоже придется туда, друзья мои, вот так вот сделать. Давай так попробуем. Налево, блин, поставил. Так, ну что, вот этого, наверное, да? Ханурика сюда поставим. Так вот сделаем. И вот так вот. Так, дальше у нас идет спортсменус. Так, сейчас бьет в блок. Наверное, я надеюсь, что бьет в блок. Хренус, этот бьет в блок. Угу.
Король. Ну, бананов-то он там набомбил, по-моему, да? Миксы, миксы, миксы фруктовые. Банан, микс фруктовый. А, видишь, у него кто? Понятно. Так, пока ничего не делаем. Качал, блин, подожди, а если он тут... Смотрим. Ты смотри, 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 что делает. Ты гляди, что творит. Так. Блин. Пока превращать некого. Давай, наверное, так вот сделаю. И вот так. Если что, есть у нас неуязвимость, ребят. Гениально. Молодец. Все? Поехали, ребят. Ну, понятно, что здесь это. Все равно нам сейчас ничего не сделать здесь. А вот этот приворот. А, вон как. Короля убрал, да? Гаденыш. А давай так сделаем. И я сделаю вот так. Не все, да? Я даже не знаю, что мне тут. Стоит ли что-нибудь? Ну, сюда есть тут поставить. Поехали. Итого 5 хп. Еще, ребятушки, одна неуязвимость у нас. И еще одна неуязвимость. Три карты. Раз, два, три. Ну, трех он, понятно. Трех он переходит, а этого не смог. Ну, 32-й ранг, ребят. Я не знаю, что там, что не так у этого. Должна быть, по идее, у него фруктовая колода, ребят. Но почему-то фруктовая колода у него как-то не сработала. Ну, ты понял, фруктовая, я имею в виду на этих. Ягодная, ягодная колода, ребят. Не фруктовая, а ягодная колода. Она почему-то не сработала, не знаю, в чем проблема там.
Может быть, карты не выпадают. А такое бывает часто. Ты видел, что вроде бы колода хорошая у тебя в руке. Ну, колоду ты собираешь себе хорошую, а в руку тебе дают фуфло всякое. Такое может быть тоже. Сейчас проверим заодно на могилоедов. Не прокатило, да? Мне надо вот эту вот партизанку ставить. Уничтожает. Нечего мне поставить пока. Давай так сделаем. Я так и думал, ребят, что будут всякие цветочки. Кукуруза, наверное, да, у него есть? Что-то мне подсказывает, ребят, что он сейчас кукурузу сюда поставит. 7 энергии. Нет, у него арбуз. Ну и чё? Блин, какая-то бредотня получается. Ладно, фиг с ним. Это вот дубанёк, конечно. Теперь давай проверим-ка на вшивость. Твою, ну нафига рейд ты вот сюда. Блин, ребят, ну это пипец. Это пипец. Давай я воздержусь пока. Посмотрим, что он там сделает. Мне нужен этот страж, блин. Сейчас ведь... Нет, Малорик взял карту все-таки. Уничтожает зомбика моего родного. Но он протратился нормально, ребят. В принципе. Единственное, что вот тут вот сейчас что будет? Что у нас тут вырубится? Он же замороженный будет, по-моему, да, ребят? Эй, парень, парень, где же ты, блин, был раньше, а? Блин, такой неудобный этот фрукт, если честно, ребят. Совсем, блин, вот неудобный, если честно. Жаба. Угу, но этого надо сносить, я так понимаю. И делать вот так. Хилку пока трогать, наверное, не будем, ребят. Пока. Так, ну ладно, здесь он бомбанет, допустим. Давай так сделаем туда. И...
И вот так. Заморозочку берет, заморозочку. Ну, мы можем... Так, это ты все... Ах ты, чепушила ты противная. Ты посмотри, я хотел, ребят, вот это сделать. Но не вышло. Ладно, фиг с ним. Погнали. Что нам тут выпадет? Ты издеваешься, что ли, блин? Два его... А, все, хана, ребят. Ой, блин. Вот эти два болвана, я их даже реализовать не смог. Почему? Потому что у меня, ребята, не было... Спортсменов даже не было. А кто-то мне говорил в комментариях: блин, все тут заключается, состоит все на зомби. Да хрен там, ребята, на зомби. Я тебе скажу, что цветочки рулят. Будь здоров, если честно. Цветочки вот эти вот, овощи, блин. Так зажигает, что мама не горюй, блин. Просто ты, наверное, не видел, как они делают. Ничто не делают. Я сам сейчас предпочитаю. Я раньше, ребята, любил играть за зомби. Сразу скажу, это было раньше. Сейчас я прям обожаю играть вот за растения. Ну что, надо этого сносить, хламона, если он, конечно, второго такого не поставит. Сейчас посмотрим. Так, погнали. Ох, пожалею я потом об этом. Что оставил? Гаргантолога этого? Ой, пожалею. Я же говорю, ребят, пожалею, блин. Офигеть, блин, у него... Я и забыл про эту дребудень. Черт бы его побрал, а. Не получается, ребят. Тут пробивает. Короче, сдаюсь. Бесполезно. Ну ты видишь, блин, что тут дали. Хилов не дали вообще. Один стебелек дали, и все, ребят. Один стебелек. Томата ни одного не дали. Перец дали болгарский, но он когда выпал-то, блин? Когда уже у него тут куча всего стояла. Да идите вы в пень, блин. Ну вот как вот так вот можно, ребята, играть, блин, а? Ну когда вот тебе вот дают, ну ладно этот еще, ну... Нету стебелька, который хиляет, блин. Понимаешь? Ну давай так сделаем, блин. Стебелька нету. Он на пиратах, что ли, сейчас? Я не знаю, на чем он там будет сейчас играть. Ну, ощущение, как будто на пиратах. Сейчас посмотрим, есть у него заклинашка или нету. 100% заклинашка есть. Или танцор у него. Нет, у него заклинашка есть. Но он потратил все. У меня есть помидорчик, ребят. Помидорчик я поставлю, естественно, сюда. Если успею. Поехали.
Поехали. Рикошетят. Пускай. Мне главное, чтобы блок. Блок, ребята. А блок-то будет сегодня или нет? Вы серьезно? Но он же взял эти карамельки-то, ребят. Куда-то ты должен же воткнуть ее. Не вижу пока смысла даже ставить. Какая-то нелепица, ребят, получается здесь. Давай так, наверное, поставим. Как он заколебал, а? У него телепорт есть, блин. Ребята, ну нету, нету у меня, блин, это. Ну что ты, ну мина. Хорошо, мину я поставлю. Куда я ее поставлю? Сюда? Сейчас подумаем, посмотрим. Можно сюда ее влепить. Ну у него карамель же, да, там на прокачку будет. Скорее всего, друзья. Скорее всего, будет карамель на прокачку у него. Черт узнает, давай так сделаем. И сейчас сюда вложится, это будет край, ребят. Ага, возьмет вот этого, да? Четыре, шесть. Я сейчас мину все, сразу закрываю. Все, понятно, ребят. Это что за... Не будем выругиваться, ребят. Три раза подряд. А когда вот такая фигня появляется, это три раза подряд. Не будем сегодня розой играть, будем играть орехом. У нас, как обычно, ребята, новый сезон, меняется мета, блин. Да не, даже не в мете дело. Не в мете, а дело в том, что тебе просто с рукой не везет. Ну что это такое, ребят? Стебельков нету, у меня акцент стоит на стебельки, блин. Они их не дают целенаправленно. Здесь орех у нас, по-моему, на зеркалочках, если не ошибаюсь. Ну давай. Смотреть. Нам нужно 5 многопользовательских игр выиграть. Вот это вот начинается, вот это вот выжидание 3 часа, когда он там созреет. Ну и когда ты созреешь, наверное, никогда не созреет. Не, созрел все-таки. Будет он летучих мышей ставить на воду или нет? Это жесть. Это просто, ребят, бесявый. Бесявый хмырь. Он и мое время отнимает, и ваше время отнимает. Паразит несчастный, да? Просто паразит.
Слушай, я вот думаю, сейчас, наверное, вот этот орех, ребят, поставлю. Вот этот вот. Может быть, он как-то зашевелится хоть. Наверное, зашевелится. Потом три энергии, да? За три энергии что у нас? Ничего нету. О, мы можем ему немножко кислород перекрыть, друзья мои, через вот этот орех, поставив его здесь сзади. Вот кто там у него стоит? Я не знаю, друзья. Не получается у меня сзади это поставить. Давай так поставим. И вот так. Вкуснятеева, да, у тебя там? У нее может быть капелька. Может. Как-то туфту дают, блин. Нафиг мне вот эта фисташка нужна? Ну... Начинает что-то тут мутить. Начинает, ребята, что-то он тут мутить. Как я погляжу. Сейчас что-нибудь придумаем, блин. Не знаю, правда, пока что. Но что-нибудь придумаем. 5. Хилка есть. Но он сейчас вот этой вот фигней своей задолбает, ребят, хилять. Ой, хилять. Ну ты понял, о чем я говорю. Ну да, вот я об этом буду. И у меня, как всегда, ребята, бомба хрен когда выпадет, да? Еще и тучек мышей высрал где-то, блин. Где зеркальные орехи, друзья мои? Я не вдупляю, блин. Где они? Просто не... Я этого не понимаю, ребят. Неужели бомбу дали, блин? Не дает ему покоя, да? Ну что, по-моему, доигрался, да? Пробьем табло. Нет слов.
Сейчас еще тут утырок какой-нибудь выскочит, как всегда. Я не знаю, какой-то. Кто там будет, ребят? Кто-нибудь да будет, блин. Фокусник. Блин, сейчас сюда переедет, да? Перетащит растение. А, вот так вот. Что делаем, ребят? Давай сделаем так. Так, ему надо одну единичку урона нанести, ребят. Одну. Начинает шаманить. На, в лицо. Так, это третья игра, да? Третья игра. Еще две, друзья мои, выиграть, и будет все окей. Но опять же, ребята, орех, блин. Они дали мне этот зеркальный орех, когда я уже все орехи, грубо говоря, истратил. Ну ты же видел. Два водяных ореха минус. Бронированный орех минус. Желчь минус. Вот это нормально? В шоке, блин. Три вот таких. То не дождешься, тут три аж целых. Давай, поехали. Чтобы он не применил заклинание никакое сейчас. Бомбанем тут чуть-чуть. А этот я могу после? Могу. Ну, само собой, сейчас какую-нибудь заклинашку придумает, да? Какую-нибудь что-нибудь эдакое. Нет, ребят, что-то не делает ничего. Ну и мне тоже нечего здесь поставить. Давай свою эврику там. А, вон у него что. Так, ребята, 2 и 2, 4, да, получается. В кого влупанет? Вот так вот, да? Обидно, что здесь в блок попадет. Ребята, орех. Что сделаем? Что сделаем, друзья мои? Как сделаем? Давай так сделаем, фиксно. Дорого обходится ему заклинание, ребят, дорого. Зря ты его сюда поставил. Че и танцор ставит? Он же... Ладно, твое дело.
Давай-ка я, наверное, вот сюда перемещу. Давай, в бомби в орех. Еще можешь даже бомбануть, разрешаю. Понятно. Так, и остается нам, друзья, последний бой. И соточка будет в кармане. И соточка будет в кармане. Очки я так и не нашел, ребят. Куда я их всуну? Ума не приложу. Блин, Гаргантюа, это плохо. Шлепнуть его, что ли, а? Чтобы не плодился. Ну, как не плодился, а то, чтобы... Фиг его знает, что он там задумал. Прикрыться мы сможем, ребята, через орех вот этот вот. Ну и вот это... Даванет, как думаешь, или не даванет? Давай посмотрим. Если бы вот этот был бы, он бы с ним ничего не сделал бы. Давай, давай. Да, есть у него шар. Ну, свекла тоже нормально, ребят. Вирус. Окей. Такс, погоди секунду. Как мне лучше сделать? Два. Давай вот так вот сделаем. Блин. Так и думал, что утырок что-нибудь придумает, блин. Так и думал, что что-нибудь придумает с этими карамельками, блин. Давай лечи там своего засранца этого. Так, погнали, друзья, мы это сделаем. Так вот. Ну, в броню, понятное дело, он не бомбанет. Ой, по-моему, этот, ребят, тоже не ударит. Ниш, выпало, блин. Ландшафт менять тоже не было там смысла. Если бы я поменял бы, он мне 100%, наверное, как-нибудь другой был. С Гаргантюа кто хорошо справляется? Я хрен его знает, ребят. Наверное, Бончой. Наверное. Да и то, когда у тебя в руке куча бомб, грибов. Только в этом случае, наверное. Пахнет курабойщиком. Этот орех, ребята, у нас идет на орехах. Это не хилище. И мне есть колода хилище орех. Но я уже давно ей не играю, поэтому так пока.
плане на Гаргантюа? Да, ну быть такого не может. Серьезно, на гаргандологах? Ну, хорошо, давай смотреть. Плешивые. А мне кажется, я знаю, что делать, ребят. Сейчас уничтожит мне этот орех. Угу. Нет, скорее всего, ребята, это какой-то отвлекающий. Я не знаю, может быть, и будет гаргантуа. Не особо похоже. Бомбочку. Бомбочку в любом случае мы с собой придержим. Да какого лешего столько орехов-то мне надавали, блин? Начинается вот это вот. Ореховая мутня, блин. Угу. Естественно, тратить не будем. Да где, блин, зеркальные орехи? Твою мать, блин. Я вот этого не пойму, блин. Где зеркальные твою налево орехи, блин? Издевается, что ли, блин? Или хотя бы пикколинат этот, который, блин. Ну что это за бред, ребят? Что за фигня, блин? Молодец, что у него там, что-то есть? Так, нам надо будет сейчас с тобой прикрыться. Блин, даже хилки нету, ребят. Обдолбыш, блин. Все, доволен, блин. Поехали. Карты стоят на земле. Вытащил. Нечем, ребят, нечем, блин, хильнуться. Я не знаю, кто у него тут. Рикошет. Поставил бы этого, что-нибудь другое нашел бы. Поднимался, поднимался и опять скатился. Давай за бунчой поиграем.
Ой, на страусах картофельных, на огурцах и на прочем. На бомбах. Ну, вполне сносно. 2-2 есть. Добор. Пока пойдет, ребят. И сейчас на этих будет. 100% на заклинашках будет, наверное. Мне почему-то так кажется. Мы можем это проверить. Есть у тебя камень или нет? А должен быть, да? Слушай, помимо камня у него может быть спрей, друзья мои, который уничтожает двойки все. А, вон у него что есть. Давай проверим этого теперь. Я тебе говорил, ребята, спрей. Понятно, будем знать. Еще разок. Тут не оказалось, да? Понял, что он творит, а, друзья мои? Блин, сюда ставить-то нерезонно. Давай добор сделаем. Вот так вот. Че он не стал курабочек вызывать? А где твой флакон-то? Флакон-то где? Ну, курабочек надо будет сюда выжить, да? Ага, вот как. Блин, ну не в тему вот этот хмырь-то появился. Что мы можем сделать, друзья мои? Мы можем сделать вот так вот. Вот так вот. Ну, конечно, куча заклинаний. Ладно. Так, давай, 4. Не прокатило. Ну и фиг с ним. Да ты заколебал. А, ну все, ребят, у него ничего не осталось. Он уже вирус пошел тратить. Значит, вообще на голичке сидит. Значит, вообще на голичке сидит. Это мертвый номер. Ай, блин, орех, куда ты перемещаешься? Сколько же у тебя гад курабочков еще, а? Скажи-ка мне на милость, раз ты так вот делаешь. Да дофига, наверное, ребят. Блин, вот сейчас мы играем просто на него, ребят. Смотри, в чем приколюха сейчас будет. Я надеюсь, она сработает, но как бы получится у меня это сделать.
Подожди, а как сделать-то лучше? Здесь, угу. Так. Ну и так, допустим, да? Уничтожил. Угу. Курабочков лепит. Лепит, ребят, курабочков, я говорю. Магичиком он может поставить, скорее всего, ребят. Он ставит могильщика, тут прячется в могилу. Этот появляется опять. Прокачка идет, ну, как-то так. Ну, что ты там завис-то? Сегодня, ребят, наверное, еще в Marvel Snap поиграем. Но он мне дает победу, ребят. Просто дарит мне победу. Халявную, считайте. Не знаю, зачем ему надо было. Так, это четвертая победа, да, у нас? А, это последняя была. Ну что, ребята, 250 уже есть. Задел, значит, 255 самоцветов. Нам еще 745 и будет нормалек. Кстати, мы... Ладно, после этой игры посмотрим, сколько ребята нам дали дубликатов. Мы их распетрушим, посмотрим, сколько нам дали энергии. Может быть, какую-нибудь легендарную карту сможем смастерить. Ой, блин. Вот, кстати, вот я думаю, ландшафт этот надо менять, ребята. Я им практически не пользуюсь. Он у меня, блин, ну как... Мертвый груз. Если честно, как мертвый груз, ребят. Его, наверное, надо убирать. Хотя, если когда попадает этот страж под него, то, конечно, это круто, ребят. Вот опять, ребят, невезучая рука, блин. Ну что, два могилоеда. Я знаю, что он любитель надгробий. Он любитель надгробий, но... У меня такой выбор прям пипец. Поставить даже. Ему, видимо, нечего поставить. Мне нечего поставить. Оба как дурачки стоим, друг на друга улыбимся, смотрим. Следующий удар пойдет, наверное, в броню ему. Вот, я так и думал, ребята. Я говорю, он любитель прятать. Пираты? Пираты Карибского моря? Блин. Лоб зачесался еще не вовремя. Следующий удар точно придется ему в блок. Смотри, вот неугомонный, а. Вот наверное, все такое злое. Да какого хрена? Потому что у меня такой бывает. Какого хрена я вставлю это? Сколько у тебя гад могилоедов там? Типа такой фигни, знаешь. Сейчас такой, блин, нет, все-таки поставил, да? Я знаю, что у него есть перемещение. Сейчас в блок, ребята, и два урона по земле, да? Ну нет, тебе повезло, сосунок.
Так, 3, 2, 5. 5 в лицо. А мне 6. Но этого я накажу. Интересно, девки пляшут. Ну давай я сделаю так. И вот так. А бонусную атаку, что ли, влепит? Точно, ребята, бонусную атаку лепит. А тут уже, как говорится, ага, кто кого. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Что мы можем здесь сделать? Бля, если у него рикошет какой-нибудь. А, друзья мои. Вот в чем проблема. Есть рикошет. Давай так сделаем. Он заклинашку применять сейчас не будет, ребят. Ах ты, жук, ты вонючий. Смотри, что он делает, ребят. Переместиться придется. Придется переместиться, ты мужик. Слушай, ну пока живем, ребят. Конечно, как бы не в мою сторону тут. Улучшения все эти идут. Арбуз. Страж. Хрен с ним, давай попробуем так сделать. Да как ты, блин, заколебал-то со своими этими, а? Вообще убрал все в минус. Тебе не кажется, что это... Что это хана? Ты видишь? Так, тебя сейчас вот эта фигня уничтожит, придурок. Окей, а теперь, ребята, делаем просто бонусную атаку и все. Любым, можно этим, сейчас посмотрим, что он там поставит. Все, смотри, а, он сдался. Смысл перемещения, вот сейчас, что он делал, я не понял, друзья мои, если честно. Ну, ну так я, в принципе, понимаю, зачем ему нужны были перемещения. Он хотел вот эту, которая 6-2, вот так вот по полю елозить, ребята, и атаковать, атаковать, атаковать. Там три атаки, и меня в хлам разносит. Вот и все. Тактика до боли примитивна, короче. Ну что, друзья мои, все, мы задание сегодня выполнили. А, я хотел этот, посмотреть в коллекцию, сколько у нас левых... Всего-то лишь... Всего лишь 845 энергии даете. Вы издеваетесь. Что я тебе куплю? Ну, да ничего, ребят, не куплю. Сколько у меня? 3115 энергии. 4 нужно. Минимум, ребят. 4000 энергии нужно для того, чтобы создать одну легендарную карту. Вот. Так что я пока ничего абсолютно, ребята, здесь сделать
не могу. Ну что, друзья мои, все, наверное, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся уже в Снэп от Marvel. Удачи вам!